Здравствуйте, фамилия моя Еленевская Оксана Викторовна, Еленевская. Розовский район, жемчужина Подмосковья. Край плодородной земли, зеленых просторов лесов, прозрачных озер и кристально чистого воздуха. Бренд русского района – Роза Заповедная. Человек, увы, не всегда живет по законам разума. Как сохранить природные богатства своего края? Как уберечь природу? В условиях надвигающейся экологической катастрофы громадное значение приобретает экологическое воспитание как составная часть нравственного воспитания подрастающего поколения. Экологическое образование и воспитание в современной школе должно охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным. Но существует ряд проблем. Одна из главных проблем в нашем районе заключается в поиске новых форм и методов взаимодействия, способствующих повышению качества нравственно-экологического воспитания. Привлечение детей, подростков, родителей русского района к участию в социальных проектах. Разрешить проблему возможно за счет объединения усилий и ресурсов образовательных и общественных организаций. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, Нововолковская основная общеобразовательная школа. В 2012 году нашей школе был присвоен статус районной экспериментальной площадки по формированию целостного экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе через экологизацию образовательного процесса. С 2006 года в школе работает экологический клуб «Экос», который является молодежной экологической дружиной Московской области в рамках сотрудничества с природоохранным фондом «Верховный». За это время накоплен солидный опыт работы с учащимися, родителями и социумом, разработана система непрерывного экологического воспитания. Лишь вместе мы светлый запад построим. Новополь!